Практически в режиме онлайн мы сегодня строим свою власть. Она в один день буквально была разрушена полгода назад. Мы дали обещание, что мы это сделаем по-другому, открытым, демократическим способом. Некоторые иностранные государства оказывают влияние на политические партии, им дают публичные, неприкрытые наказы политического характера, и средства массовой информации неприкрыто агитируют даже в день тишины, когда агитация, любая агитация запрещена. Мы это как мир, спокойно, все было хорошо, был весь благополучно был, все было нормально был. Так мы хотим всех. Ну, я голосовал за Феликса Кулова и думаю, что он достойный кандидат и наконец-то поднимет страну с колен. Thank you.